К другим темам. Тверичан и гостей областной столицы ждут в эти дни в торговом центре «Калина», что на бульваре Нагина. Там открылась ярмарка, на которой можно приобрести самую свежую рыбу и морепродукты с Камчатского полуострова. Выловлено в водах Камчатки. Все это можно сказать про эти вкусные деликатесы самого высочайшего качества. Чевыча, белорыбица, палтус, нерка, белуга и многое другое. Всего около 35 видов морских деликатесов, доставленных с легендарного полуострова. С первых же минут открытия ярмарки «Икра и рыба камчатская» сюда потянулись покупатели, отмечая, что многое из представленного ассортимента можно приобрести только здесь. Белорыбицы ее вообще нигде, как бы, в магазинах наших так и не купишь, только вот такие ярмарки. Важный плюс покупки рыбы или деликатесов именно на этой ярмарке – то, что все доставляется с Дальнего Востока на самолетах, что позволяет избежать заморозки. Что касается копчения, то оно проводится с применением только натуральных опилок – яблони, вишни, груши. Сейчас купила чевычу. Полезная рыба, фосфор, сосудов полезно. Ярмарка камчатской рыбы и морепродуктов работает в торговом центре «Калина» ежедневно до 26 ноября включительно.